С 1 августа проходит месячник сотрудничества судебных приставов городского округа Сухой Лог совместно с управляющей компанией «Сухоложская». Данное сотрудничество направлено на борьбу с должниками по коммунальным услугам. 12 миллионов рублей составляет задолженность по городскому округу. Около 50 рейдов в день совершают судебные приставы, чтобы изъять у должников материальные и денежные средства, требующие для погашения задолженностей. 220 человек добровольно погасили долги в размере 804 тысяч рублей. Подходить в УК «Сухоложская» в обязательном порядке. Они всегда, мне кажется, найдут понимание, заключат какие-то, может быть, мировые соглашения, чтобы выплачивать, вы могли свои задолженности, ну, как-то ежемесячно там разделить эту задолженность. Потому что, когда исполнительный документ попадает к нам, это только принудительное взыскание. Приближается у нас отопительный сезон, и неоплата задолженности вот теми должниками, которые вот не оплачивают ее, она влечет за собой последствия. Могут пострадать те люди, кто оплатили задолженности, потому что в целом высчитывается, сколько мы не оплатили за газ, за поставку топлива, и насколько наше муниципальное образование будет обслуживаться теплом, горячей водой в отопительный сезон. Это зависит от всех и от каждого.